Можно подняться, допустим, аренда земли. У нас она самая низкая, напевно, по Одеській області, по Україні, це 3%. Але поки ми прийняли таке рішення на сесії міської ради, поки не повишати, хоча нас заставляли повишати, тому що бюджет треба поповнювати, тому що в нас не зайшли ще інвестори. Ми повинні все роздати. Якщо у нас зразу, коли інвестор прийде, все буде дорого, ніхто до нас не прийде. У нас і на дешеве не хоче йти. Скажіть, будь ласка, Михайло Васильович, ви обіцяли на 66 гектарів землі, що буде 200 з чим-то робочих місць. На сьогоднішній день ви прийняли рішення, що буде просто сонячні батареї і 3 максимум чоловіка, які будуть працювати. Об'ясніть, будь ласка. Шановні депутати, у нас є заключений інвестдоговір, що на 66 гектар, і це підтверджено сесією міської ради, повинно бути 4 енергопідприємства. Якщо підприємство, теплодарський енергетичний парк, який нам платить майже 3 мільйони, він ще нічого там не робить, просто платить за оренду землі. Чому не будується? Не будується, тому що держава не готова приймати електроенергію. У нас нема пункту по прийому. Вони сказали, ми зможемо тільки побудувати, з 2021 року ми зможемо приймати електроенергію. Зараз, чесно кажучи, в нас заключений інвестдоговір. Якщо вони не виконують інвестдоговір сонячних батарей, підуть ні сонячні батареї, ні міська рада, депутатський має на увазі корпус, ні жителі, ні сам я, ніхто на це не піде. Тобто город сам не має можливості зробити своє підприємство, поставити сонячні батареї і всю цю, всі ці гроші. Слухайте, там може бути, ну так ви так сказали. Міська, шановні жителі, розумієте, є такі питання, не я, допустим, випускаю, є спеціалісти, які розбираються повністю в цьому. Є просто люди, які літають облаках. Значить, міська рада не веде ніяких комерційних. Вона не може поставити сонячні батареї, чи там зняти, чи вона може тільки здати землю або об'єкти в оренду і поповнити бюджет. Міська рада державою заборонена комерційна діяльність. Ми говоримо о громаді. Ну, громада, значить, давайте скинемося там, поскільки по 1000 доларів, зробимо підприємство. Громада Теплодар, візьмемо в оренду землю, закупимо сонячні батареї, чи там щось, і будемо працювати. А хто мішає? А ви готові поїхати на мобіляльні, якщо вам так предлагають? Поїхати і узнати, що там, як? Я з мером Біляєві дружу давно. Дружу давно, я з ним спілкуюсь. Які питання він мене питає, деякі питання його питають. Тільки я не розумію. Якщо його питає, підказує, він мене дещо питає також. Все, по водоканалу. Да. Ой, раньше вообще такое было. Значить, ми воду купуємо інфо з водоканалу. Це з нашої річки. Значить, Біляївки є станція Дністер, яка фільтрує воду, очищає і продає місто Одеса, Теплодар, ну, Чорноморську, там інше. Що, Миколка, надоїла? Ні, в нас нема своєї води. Ми купуємо інфо з водоканалу. Готову воду. Готову воду, вже профільтровано. Значить, я вам ще раз говорю, аналізи, які поступають, ми поміняли водопровід до ВНС-2, вода нормальна. Зробили провірку на бактерії, вода нормальна. Далі наш, всі водопроводи внутрі квартальні застарілі, їх всіх треба міняти на нові. В одному будинку чисто, в другому погано і так далі. Ну ми купуємо воду, так само як ви в магазині, купуєте воду? Давайте так, ну все, переходимо до опалення. Так.
Шановні депутати, наш звіт депутата Одеської обласної ради Габірніка. В нього зараз там делегацію повинна зустріти. Давайте ми його заслухаємо, добре? Давай. Ну, хорошо. І задайте тисячу. Спасибо. Добрый день, дорогие депутаты. Прошел очередной год моей каденции. Спасибо за оказанное доверие. Вы выбрали меня депутатом. Я стараюсь для этого города. Живу этим городом. И хочу сейчас отчитаться тезисно, что я здесь сделал за этот год. И мой отчет будет сформирован в ближайшие дни. Он где-то опубликован на сайте города Теплодар и в газете «Вестник», вы сможете с ним ознакомиться. Сейчас я тезисно пробегусь по моей работе. Если будут какие-то вопросы, я с удовольствием вам отвечу. Вы знаете, что начало года у нас всегда организовано совместно с предприятием АБЦ «Chemical Industry». Это про проведение ежегодного рождественского спектакля для 350 детей и малоимущих, и многодетных семей с участием одесского ТЮЗа и раздача сладких подарков. Следующее. Приобретение и передача детских сладких подарков для детей детского сада номер 1 и номер 2 в Дню Святого Николая. Мы организовали это мероприятие и подарили тут уже больше 300 подарков. Полная поддержка проведения праздничных мероприятий с веселыми аниматорами и подарки для 25 инвалидов нашего города тоже в Новый год. Значит, постоянная поддержка решения ситуации Одесгаза и ТЭЦ все проблемы по отопительному сезону. По помощи Подарской городской больницы, покупка 5 компьютеров и 2 принтеров. Также была организована поездка для наших врачей в Шаба и была совместная экскурсия. Строительство детской придомовой площадки совместно с фирмой «Рочер» по адресу Энергетика 71, привлечение средств для покупки компьютерной техники для 3 компьютерных классов Теплодарской школы, приобретение для Теплодарской школы портативной музыкальной колонки для детского сада номер 1 «Радуга», ремонт, реконструкция 2 ротонд, беседок и подготовка к ремонту 3. Решение вопроса бесплатного транспорта для пенсионеров, благотворительная помощь, оказанная при строительстве ЦЦ Киевского патриархата, активная поддержка на протяжении многих лет чернобыльцев, организации «Союз Чернобыль Украины», решение вопроса бесплатного лечения и получения лекарственных средств, активная поддержка объединение организации воинов АТО и афганцев, а также покупка всевозможных рюкзаков и билетов ЦЦР для детей воинов АТО, передача санитарно-гигиенических изделий для этих организаций, систематическая поддержка всей секции спортивной борьбы, в частности, по покупке манекена для отработки приемов борьбы для греко-римской борьбы. Оказание систематической организации и материальной поддержки волонтеров, которые занимаются бездомными животными в нашем городе. Также можно поговорить о том, что в этом году закончилась реализация социальной программы «Бесплатный интернет и телевидение», которая успешно завершилась в 2018 году. 3 года жители наши получали бесплатный интернет и телевидение в нашем городе. Также работает общественная приемная. В общественную приемную обращались с разными вопросами. Помощь в проведении дорогостоящего лечения, вопросы утепления квартир, ремонта межпанельных швов, облагораживание придомовых территорий и решение вопросов по тарифам. Также мною было с помощью областного совета заведено в город 4 миллиона 125 тысяч на региональное развитие города Теплодар. Это, в принципе, тезисно, что я вам сказал. Поэтому, если есть вопросы, могу на них ответить. Есть. По поводу Шаба. Да. Что такая необходимая была поездка? По-моему, Шаба может посетить любой. Абсолютно. Рассказываю. Давайте я вам расскажу про Шаба. Ко мне обратился коллектив
наша больница о том, что они хотят поощрить своих работников поездкой в Шаба. Для этого я нашел спонсоров, которые оплатили автобус и оплатили им эту экскурсию. Это внебюджетные деньги. Так, и по поводу еще собаки. У нас, вы знаете, сколько можно терпеть эту псарню? Такое впечатление, что у нас со всей области свозятся к нам собаки, чтобы мы приготовили. Отвечаю по поводу собак. Столько агрессивные собаки, это невозможно. Детей невозможно провести. Давайте вам отвечу по этому вопросу. Вы знаете, это очень серьезный вопрос не только в городе Теплодара, но и для всех жителей Одесской области. Значит, у меня были проведены переговоры с центром по бездомным собакам, который находится на 6-м километре. Значит, мы с ними договорились следующим образом, что они будут нам делать бесплатную стерилизацию на наших животных, мы должны просто организовать их привоз. Давайте я вам расскажу дальше. Смотрите, какая ситуация. Я их попросил, знаете, я когда не разобрался в этой теме, я им говорю, а можно мы этих животных привезем вам и оставим? Они говорят, Аркадий Алексеевич, вы знаете, что у вас произойдет? А произойдет следующее, смотрите. Мы привозим на наших животных, стерилизуем их и отпускаем. Что происходит дальше? Все другие животные, которые находятся на другой территории, они опять приходят сюда и начинают размножаться. Поэтому те животные, которые прошли стерилизацию, мы их специально привозим сюда, и они держат оборону нашего теплодара и не разрешают чужим собакам с других территорий приходить. Если мы их будем, стерилизованных собак, уничтожать, к нам придут новые собаки, и этот процесс не закончится. Поэтому нам надо вместе с вами думать, как решать вопросы с нашими собаками и помогать им, чтобы они держали территорию Теплодара и не запускались от других собак. Для этого мы сейчас организовываем совместную экосистему. Сейчас у нас на этой сессии был